Так что всем привет, дорогие зрители. Сегодня у нас будет на обзоре вот такой вот набор от фирмы Аушини. Здесь две мини-фигурки. И одна из них ужасная. Поэтому мы сейчас обозревать мини-фигурки, конечно, потом будем обозревать вот этот огромный набор. Что мне здесь понравилось? То, что здесь основа так вот выполнена, что здесь, ну, вряд ли вам это видно. Думаю, вот. Там, короче, техника снова. Это мне понравилось. Здесь бампер. 4 наклейки с фарами. Вот здесь наклейки. И мне понравилось то, что здесь вот есть деталь кенгурятника. Это забора, конечно же, деталь. Но все ж. Вот. Вот здесь дырочка. Это мне не понравилось. Можно было бы вместо арки туда просто деталь такую вот засунуть. Вот здесь вот эта решетка радиатора. Вот так вот сымитирована. Вот здесь наклейка. Вот здесь можно, кстати... Вот, начались на 6 пупырках. Вот здесь наклейка, которая тоже не вписывается. Вот здесь тоже наклейки, все это. Вот, это имитация двигателя. У меня краткий обзор сделаю, поэтому не жалуйте в случае чего. Здесь вот, ну, здесь вот есть два зеркала заднего вида, которые можно регулировать. Здесь двери открываются. Здесь обычный леговский руль, обычное все это. Здесь можно тоже покрутить, что-то повертеть, покрутить. Вот здесь вот труба есть. И сразу же вот, что еще есть. А это для колес. Вот здесь вот повсюду наклейки, которые немножко не вписываются в цвет. Ну вот, видите, что здесь наклейки, которые не вписываются в цвет. Поэтому вот такой вот. Здесь пантус откидной. И, в общем-то, здесь всего лишь две функции. Дверь и пантус. Все. Да, здесь можно регулировать, но это не на шарнирах, это никак вообще, это не механическое, это никак. Поэтому для такого вот очень, для такого вот набора можно было бы еще одну функцию добавить. И было бы как раз, но нет. И что ж, приступаем к мини-фигуркам. Первый водитель, здесь есть аксессуар, ну первый с аксессуаром. Вот, лишь на двух мини-фигурах мы имеем шляпу одну. И это синяя обычная кепка. Сама мини-фигурка вот какая. Штаны белые, пояс тоже белый. Все это без принтов, вы увидите. Торс красный, спереди, лишь спереди есть принт. С надписью «Супер». Кофта с надписью «Супер». Принт не съехавший, и это хорошо. Красные рукава. Он без перчаток. И вот... Глаза на пол лица. Зачем? Глаза на пол лица. Ну, если надеть аксессуар, то здесь, естественно, второго лица негде поместить. Синяя кепка. Это водитель. Далее пассажир. С волосами уже. Можно было бы второе лицо добавить, но здесь, к сожалению, второго лица нету. Так как... Хотя и волосы закрывают все. Так, почему не крепится? Вот. Волосы все закрывают. Глаза опять же таки на пол лица. И все это такое же. Но. Простите, пожалуйста. Но. Вы видите этот принт? Он съехавший. Он съехавший. Но это Аушини. Здесь ужасные мини-фигурки. Но сам набор, если он классный. Ну, за исключением наклеек, конечно же. То этот набор. Вот этот. Ну, не набор, а мини-фигурки. Съехавший принт. Глаза на пол лица. Это плохо. Ну, в принципе, я уже все сказал, что можно, что касается мини-фигурок. И сейчас, в общем-то, когда их поставлю туда, хотя не надо поставить, думаю, все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.